Добрый вечер, господа. Сегодняшний ролик хотелось бы посвятить Sony K777es. Наверное, многие из вас знают, что она выпускалась в трех вариантах: K777, K777es и K777es2. Так вот, самое интересное то, что средняя модель в этой линейке K777ES выпускалась тоже в двух вариантах: головками сэндвич, это головка сэндвич, версия с головкой сэндвич. Сэндвич — это две головки, объединенные одной обоймой. Вторая версия — это дискретная головка, то есть каждая головка имеет независимый корпус, не объединенный обоймой. Так, как же вот азимут воспроизводящей головки вот этим винтом слева, записывающий маленьким по центру винтиком. Вот. Так вот, идея состояла в том, чтобы сравнить, попытаться выяснить, есть ли какая-нибудь разница между этими двумя версиями одной модели. Модель довольно богато оснащенная. Две системы шумопонижения. Двухрежимный индикатор, то есть пик-холд автоматический, мануальный. Ну и сам по себе индикатор, конечно, выше всех похвал. Длиннющий, очень детальный, позволяющий прецизионно дозировать уровень записи. 40 сегментов. 40 дБ шкала, 27 сегментов, 28 сегментов, не помню точно. Ну, конечно, калибратор. Все типы ленты и калибратор. Это BS, это LEO. Все это потом проверим в конце ролика. Сейчас хотелось бы немножко техническое состояние обсудить. Верхняя дека приехала неисправно, вернее, покупатель ее купил неисправно, был неисправен механизм, сервопривод, плата, еще там какие-то идлер резиновый, еще там что-то, не помню. Короче, вот после восстановления я сделал обмер параметров в стоковом состоянии, выяснилось, что при прекрасном состоянии головок на амплитудно-частотной характеристике очень большой завал. Это у нас очиха воспроизведения 120 микросекунд, то есть ленты Normal Position отражает АЧХ, то как дека в стоковом состоянии воспроизводила бы ленты Normal Position. Видно, что завал не маленький. Это АЧХ хромовый, 70 микросекунд, хром и металл, как если бы дека читала хорошо предзаписанные кассеты. Вот с таким завалом на 10 кГц 1 дБ, а на 16 уже почти 5, и на 26 дБ завал. Ну, конечно, на низких частотах не все было хорошо, тоже небольшой завал. Вот. После разборки выяснилось, что головки имеют окисел на поверхности, то
то есть лента не прилегает в полной мере. Из-за этого образуется завал на высоких частотах. Значит, головы были переполированы. Небольшая такая процедура, 20 минут длительности. После этого АЧХ кардинально изменилась. Сейчас я продемонстрирую, как она изменилась. То есть стала соответствовать статусу деки. Вот. Это вот АЧХ воспроизведения 120 микросекунд. После переполировки, видите, как изменилось? Сейчас я продемонстрирую. Было. Стало. И... это 120, а вот это 70. Это 70. Видно, да? Разница невооруженным глазом видна. То есть на 20 кГц даже небольшой подъемчик образовался около 2 дБ. При этом отношение сигнал-шум практически не изменилось. Осталось на уровне, на рекордном уровне осталось. При 70 микросекунд лучше минус 65 дБА, а при 120 лучше минус 61 дБА. Это очень много. Это очень хороший показатель. Не каждая дека стоимостью дороже $1000 способна такое дать на практике. Детонация после сервиса в пределах нормы, я считаю. Для 40-летней деки это вполне нормально, 0,41. И квазипиковая 0,096. Это гораздо меньше, чем если бы менять резину на современные эти образцы. Да, чуть не забыл, в процессе возни с декой было обнаружено, что не горит подсветка в кармане кассетопереверника. Так как лампочки с хорошей светоотдачей сейчас практически недоступны, было решено заменить ее на белый светодиод. Что из этого получилось, вы можете оценить сами. Значит, вверху светодиод, внизу лампочка. Мне кажется, светодиод выглядит более современно. Так сказать. Белолунное свечение индикатора и карман кассетоприемников в одном стиле с индикатором. Мне кажется, это нормально. Теперь самое главное. Хотелось бы сравнить звук обоих версий. Они тщательно отрегулированы. То есть практически по замерам практически никакой разницы между ними нет. И АЧХ одинаково, и отношение сигнал-шум близкое. Но тем не менее звук, как мне кажется, немножко отличается. Сейчас попробуем сделать, так сказать, экспресс-сравнение музыкальное. Интересно, услышите вы какую-нибудь разницу? Значит, проверяем калибровку канала воспроизведения. Дека номер один, дека номер два. Одинаково, да? Теперь самое главное, ради чего все это затевалось. Значит, музыкальный экспресс-тест. Начнем. Normal position. Эта кассета была записана с винила. И сейчас мы послушаем, как это оно себя покажет на обоих аппаратах. А параллельно будет записываться сигнал с линейного выхода в цифровой форме на компьютер. Thank you.
riding my life like a runaway train, moving from one track to the next, howling, crying, screaming at the moon. Only my voice came back, only the echo came back. When I was a boy, Daddy told me grow tall. Here's a million don't call. Taught me how to ride, sent me out on my own, and I never came back. And yes, I do it again. Oh, and you, yeah, I do it again. Oh, yeah, do it again, baby. Remember when I lied, just when you needed me. Now I sit alone and cry, 'cause now I believe in mercy. Remember when I lied, just when you needed me. Riding, walking, looking so cool. Guess I crossed over the borderline. Treated like a judge who just can't read. Did I fool me too? And yes, I'd do it again. Oh, and you, yes, I'd do it again. Так, теперь дека номер два. Here it comes.
comes. Yeah, that prodigal son. Ooh, he's the one to tell a story. Come on, tell. Теперь у нас будет металл. Вот такой дедушка. Тоже, между прочим, запись свинил. We'll be right back.
Телевизор как работает, калибровка. Первый левел. Совместили. Нужно совместить столбики к рискам красным. Теперь без. Без практически. Практически идеально. Все, готово. Проверяем, не изменилось ли? Нет, не изменилось. Так. Теперь посмотрим, как калибруется кассета первого типа. Та же самая ТДК-шка. Уровень. Ну, здесь уже посолиднее, конечно. Без. Почти 12 часов. Почти на 12 часов. Нормально. Все готово. Вот так вот работает калибратор. Самый дорогой Sony. Ну вот и все на сегодня. Кто что наслушал, пишите в комментарии. Интересно будет сопоставить свои ощущения с вашими. Все, до свидания.